На сегодняшний день устранить морщины косметологическим путем можно двумя способами. Первый – заполнить их специальным составом – филлером. Или блокировать, чтобы при любой мимической активности лица морщинки не проявлялись. Во втором случае врачи-косметологи рекомендуют инъекции токсина ботулина. Работа мышцы блокируется, кожа, которую двигает мышца, прекращает свое движение, прекращает свою активность, морщины разглаживаются. В России сертифицировано всего несколько препаратов. Отличаются они своей силой воздействия. От слабой, когда идет полное сохранение мимики, до полного влияния на глубокие слои мимических мышц. Препарат находится не в готовом виде. Непосредственно перед инъекцией препарат разводится физиологическим раствором на определенный объем и прокалывается. Здесь препарат находится в сухом виде. С помощью инъекции можно блокировать мелкую сеточку морщин в уголках глаз, продольные и поперечные складки на лбу, радиальные морщины вокруг губ, а также носогубные складки. Окончательный результат виден через 2 недели, но уже проявление сразу же заметно после процедуры. Многие пациенты даже обращают внимание, что сразу после постановки им тяжелее работать мышцами, то есть подходят к зеркалу и таких морщин уже не образуется. А реабилитационного периода как такового нет. Могут быть вместе инъекции, вместе вкола, небольшой синячок, несколько миллиметров в диаметре, который быстро проходит. Назначение инъекции токсина ботулина индивидуальное. Лучше заранее проконсультироваться с косметологом. Пик косметического эффекта наступает через 2 недели и держится в среднем 3-4 месяца. По истечении этого срока для закрепления и поддержания результата инъекции проводятся повторно.